Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, и это игра Королевство и Замки. Мы продолжаем играть, потому что игра вам понравилась, и я этому рад, и надеюсь в дальнейшем на такое же внимание этой игре на моем канале, ребят. И так что вот можете сразу поставить лайк, если вы хотите видеть продолжение видео по этой замечательной игре на моем канале. Также обязательно, если вы не подписались, то подпишитесь и поставьте колокольчик, иначе вам не будут приходить уведомления о новых видео. Ну и давайте продолжим. Я продолжу на том моменте, где и закончил. И вот здесь вот, по-моему, если я не ошибаюсь, чтобы это поле заработало, оно не будет сажать само вокруг, да? То есть ему нужно именно посадить поля. Потому что вот так вот вроде бы это должно быть все. Вот типа, ну, как-то так, понимаете, да? То есть можно даже сад где-то посадить, допустим, вот здесь вот, хотя... О, может быть, вот здесь сад посадить, кстати. Да, он и смотреться будет получше, 24. А давайте на туре вот пересадим вот сюда вот сад. Почему нельзя? Блин. Ну ладно, давайте сюда пересадим, окей. Окей, окей. Не проблема. Так, дальше. Кастл, кстати, вот как с замком работать, я немножко... Ну, типа, ребят, не понимаю, потому что замок это такой для меня... Какой-то магазин, что ли, это? Так, что-то непонятно. Так, окей, ладно. Давайте дальше. Здесь можно домик, кстати, забабахать. Ну, ладно. В принципе, не критично. Не критично. Так. Может быть, вот эту вот штуку построить? Посмотрим заодно, что это такое. Как думаете? Еда кончается, черт, ну ладно, немножко, я думаю, они поголодают, ну буквально, хотя бы чуть-чуть. Хотя бы буквальненько чуть-чуть, ребятки. Потерпите, пожалуйста, есть, вот пошла еда, и видите, сразу здесь склад, на склад складывается, так что я думаю, с едой не будет проблем. Так, вот это вот что такое, тоже интересно очень, на самом деле. Так, ну ладно, все это интересно, но... Блин, здесь железо. Давайте-ка, наверное, знаете, мы что сделаем? Мы начнем добывать железо. Так, а железо у нас вот только находится где, да? Поэтому давайте вот, наверное, где-то отсюда. Я даже, честно говоря, не знаю, откуда вот дорогу пустить. Хотя, ладно, мы можем же ее пустить прям вот, в принципе, вот отсюда, да? То есть, так что вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот. Потом вот... Нет... Вот это убираем. Вот это убираем вдоль. Здесь, возможно, у меня будут когда-нибудь ворота. Так, и давайте здесь вот срубим. Здесь мы тоже срубим. Потом прямо так дорога пройдет прям. Тоже срубим. И вот куда-то вот сюда вот нам нужно, да? То есть вот так вот срубаем. Вот так вот срубаем. Вот так вот срубаем. Вот здесь вот и вот здесь вот. И потом здесь вот проведем дорогу и построим там как раз таки все, что нам нужно. С едой, конечно, все плохо, она кончается, и люди голодают, и от этого счастье, конечно же, падает. Видите, еды нету, сразу недовольные. Но ничего, я думаю, мы сейчас это все решим, потому что, ну, сами прекрасно понимаете, еда это такое дело. Так, здесь, наверное, еще один домик, хотя, может быть... Хотя, может, маленький домик поставить? Давайте-ка вот этот маленький домик поставим. Вот таким вот образом. Индустриализация. Не стоит пока строить, потому что у меня нету железа. Вот это вот можно попробовать построить, чисто посмотреть, что это такое. Давайте построим, ну и посмотрим, что это такое. Так, замки. Вот видите, да? То есть, ну вот... Не понимаю, почему она такая маленькая, но, с одной стороны, и понимаю, может быть, ее как-то наращивать надо будет. Так, вот это что такое? Давайте тоже построим. Интересно, по крайней мере. Так, это какой-то дверь куда-то у нас сюда вот так вот поворачивается, да? Вот так вот. Отличненько. Отличненько. Камень добывается, дерево добывается, все у нас в наличии. Это хорошо. Это хорошо. Так, знаете, что нам... Обязательно нужно. Это нам нужно золото. Без золота у нас как-то все плохо. Что это такое, интересно? На самом деле это просто интересно. Давайте вот где-то здесь построим. Посмотрим, что это такое.
И если я неправильно его установил, мы его переустановим. Вот и все. То есть, я думаю, в этом не будет никаких проблем. 30... 32 человека у меня сейчас находится. На моем, так сказать, попечительстве. Так, камень добывается в хорошем состоянии. Нам бы, наверное, еще, знаете, что сделать? Нам бы еще, наверное, еще один лес сделать. Вот, серьезно. Здесь прям 50 камня, представляете? Здесь 20 камней. Так, давайте-ка ускоряем. Скорость. С едой у нас 16 фут. И еще можно сделать поля вот здесь вот прям. Я вот так бы, наверное, сделал прям по полной программе. Лес сейчас начнут вырубать, я думаю. Смотрите, странный выбор вырубки леса, да? То есть, как-то странно, ну ладно. Самое главное, что они сейчас сами разгонятся, и это будет хорошо. Так, кстати, здесь вот можно дорогу-то соединить. Я смотрю, они бегают, да? А здесь можно будет улицу еще продолжить. Так. Вот насколько же в таких играх понимаешь, что графика это не важно, да? То есть, ну, в какой-то степени, до какого-то определенного уровня, так скажем, да? Графика не важна, потому что все-таки важен сам геймплей, да? То есть, ну, как-то так. Важно, что происходит в самой игре, а не то, что происходит визуально, так скажем. Вот здесь вот где-то я что-то увидел. Вот. Таверну, давайте воткнем таверну. А, смотрите, у нее, собственно, не все так просто. Она тоже у нас только на определенное расстояние. На таверну мы можем, допустим, вот здесь вот воткнуть. Вот так вот. Таверна-то красивая, посмотрите. Вот так вот. Отлично. Здесь можно будет сейчас закруглить так дорогу. Посмотрим. Посмотрим вообще, что ей требуется. Ух, 14 еды. Так, и это флаг, ребят. Это флаг и фестиваль, видите, какой-то 25G. Что-то тут типа фестивали можно будет проводить или что-то типа такого получается. Интересненько. А вот это вот что такое? Что за здание? Ну, давайте его тоже построим. Так, и здесь работников нету. Здесь пока... Кстати, как раз таки вот... Ну, нет. Давайте-ка мы вот так вот по одному голду начнем зарабатывать. То ли это налогообложение или что-то типа такого. Ребят, напишите в комментариях, пожалуйста. Буду очень благодарен, если вы мне расскажете об этом. И сейчас по-любому кто-то... Ко-ко-ко, выучи английский, ко-ко-ко. По-любому кто-нибудь сейчас напишет в данный момент. Но как же без них-то? Без моих дорогих. Так, железо. Давайте, ребятки, мне нужно железо. Железо, ребят, железо. Прямо мы сейчас сюда приберемся, начнем добывать железо. Так, по поводу еды. Тут очень огромный склад, мне еще хочется рынок построить. Так, и у меня вообще людей хватает, вот на самом деле-то, я вот сейчас вот думаю. Но, по крайней мере, здесь один человек есть. Вот... Жалко, не написано. Еще раз вот повторяюсь, я в предыдущий раз сказал, что непонятно, сколько сейчас свободных людей. А хотя вот здесь же 0 из 32, так и написано, в принципе. Тогда в чем проблема, да? Кстати, да. Получается 0 из 32. Так, окей, окей. Еда точно пошла в плюс, притом в хороший такой плюс. Поэтому я думаю, мы давайте потихонечку будем развивать улицы, да? Вот здесь вот так вот поставим. И здесь проведем потом еще одну улицу. Хотя можно было вот... Стоп, я уже неправильно его установил, дом этот. Вот так вот давайте его установим. Отличненько, отличненько. Эту часть мы сейчас перенесем, потому что празднество я бы в другом каком-то месте сделал. 25 голды нужно... Не 25-й год, господи, что я... 25 голды нужно для того, чтобы устроить праздник. Понятно, понятно, понятно. Кстати, денежки зарабатываются, 24, смотрите. Госпиталь, смотрите, госпиталь, либо на библиотека, да, солдаты. То есть есть траты на это все.
Так, здесь по-любому дорогу надо будет проводить к этому зданию, потому что без дороги оно не захочет работать, ребят. Поэтому мы, наверное, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот и... Вот так вот. Здесь ничего страшного. Так, по поводу еды. Вау, вау. Отлично. Рынок — это всегда круто. А рынок можно вот здесь вот сделать. Вот так вот. Оп. Я, конечно, сейчас очень много заказываю, очень много строю, но, в принципе, почему бы и нет? Рано или поздно они выполнят же мои все заказы. Таун. Так. Вот госпиталь, видите, да? То есть огромный госпиталь. Таверну я уже построил. Таверне, ну, видите, ничего не нужно. Она только еду потребляет. Окей. Окей. Склад, я так понимаю, у нас очень вместимый. То есть вообще нету проблем там вместить огромное количество предметов. Так, я думаю, что нам нужно побольше людей. Нам нужно побольше еды. И, в принципе, в общем, с людьми, в общем, проблема. Вот. Прям с людьми надо прям решать кардинально, при том. Кардинально все решать. Insufficiency. Чего-то... Чего? Почему вот здесь написали, типа, ресурсов мало, как будто бы? Хотя ресурсов у меня дофигище. По-моему, где-то обман, ребят. Вот серьезно. Я не знаю почему, но, по-моему, где-то обман. Так, здесь у нас тык-тыш, отлично. И здесь вот пишет, что не хватает charcoal, да? Но это не проблема. Я думаю, мы можем индустриализация и вот так вот еще построить. Так, окей, здесь дорогу нам провели. Ну, как провели? Вырубили, вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Вот так вот. И сейчас железо начнем добывать. И еще камень потом начнем добывать, чтобы быстрее это все добывалось. Ну, это понятно, наверное, да? Так. Здесь прям вообще хорошо, посмотрите, прям все есть. Отлично. Отлично, ребятки. Мне нравится, у нас город прям развивается в хорошем темпе. Опять же, 44 человека, как видите, и совершенно не хватает. То есть обороты, на самом деле, я так понимаю, здесь можно прям накручивать в этой игре, потому что, в принципе, все хватает. И ресурсов, и денег, и возможностей. Вау, подтапливает, смотрите. Вау. Гроза подтапливала, видели? Так, здесь дальше... Ну, ничего, как видите, не производит вроде. Так, вот здесь вот интересно, что... люди нужны, рабочие. Тупо рабочие нужны. Так, вот здесь вот можно еще, кстати, один. Вот так вот воткнуть прям. Бэм! Так, окей. И понеслась. Вот это вот, вот уберем. Хотя давайте фестиваль сначала проведем. Эй-эй! Ну, слышно, что там они тусят, да? То есть, слышно, по крайней мере. Визуально, конечно, не очень сделано. Ну, хотя какие-то столики появились. Можно было, знаете, как делать? То есть, здания бы украшались во время фестиваля вокруг, вот, вокруг территории. Это было бы интересно. Так, ладно, удаляем, потому что здесь что-то, ну, слишком лишнее. Он, как бы, не в тему стоит вообще. Тут потому что можно домики разместить. И именно этим я, наверное, сейчас и займусь. Так, оп, оп. Оп. Ну, куда ты, куда ты? Я еще домик хочу. Кнопка поворота, буква Р, английская, да? Она R. Она и... То есть ты нажимаешь, и камера отдаляется постоянно. То есть, вот странно это, конечно. Ну, ладно. Ну, ладно, хоть есть такие возможности. Так, индустриализация и... Та-да-дыщ! Отличненько. Так, здесь сразу же давайте Town Food. Так, что? Серьезно? Серьезно? Ты серьезно говоришь, что у меня нету леса? Сейчас, ребятки, еще сделаем лес. Так, давайте вот здесь вот еще вырежем. Так, вот так вот, отлично.
Так, здесь город раз... Вот, и у меня только видели 4 человека, только появился лишних. Горим, горим. Ну, они, я думаю, сейчас потушат. Вон, видно, с водой прибежали. Ах, ты черт. Горит, 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 склад горит. Тушите, тушите, тушите. Так, ну, это что ж поделаешь. Ну, это стихия. Тут какой-то пожарной станции вроде бы нету. Так, стоп. Вот давайте-ка ее уберем, потому что... Она таким образом может мне сжечь вообще тут весь район. 9 человек уже. Так, и у меня продукты. Так, стоп, вот теперь нужно остановить. У меня уже... Воу, поля горят, ребят! Хорош! Поля горят, это не очень весело. Типа, за что? За что вы так со мной? Поля, вы что творите? Типа, вот так вот. Так, давайте немножечко вырубим леса, потому что как-то он слишком медленно работает, честно говоря. Вот так я вам скажу. И, опять же, ускоряем. Здесь поле починили. Еда прибавляется, отлично. Так, здесь можно еще пока сад сделать, или здесь где-то сад можно сделать. Посмотрим сейчас. Индустриализация есть, ну... Вот так вот, симпатичненько поставили еще. Так, и фуд, оп. Серьезно? Поле не могу здесь посадить, потому что здесь вот... Эх, ну ладно, ну ладно. Так, в принципе, пока можно сад еще вот такой вот один посадить. Здесь просто, ну, временно даже, ну, можно так выразиться. Так, еда, ух, поля, поля горят, поля. Такое чувство, что где-то, наверное... Давайте-ка я еще один колодец вот где-то вот здесь вот построю. Вот где-нибудь здесь вот. Потому что я боюсь, не сгорят ли у меня здания здесь. Хотя они, наверное, колодец все-таки из воды просто берут. Так, как видите, у меня здесь началось уже производство. То есть железо уже начало добываться. Поэтому индустриализация, блэксмитинг. И... блин, а блэксмитинг-то не маленький такой-то. Давайте-ка мы его куда-нибудь вот сюда вот воткнем. Или нет, или вот сюда вот, рядом со складом, да? И пускай складирует. Да, вот, видите, уже железо начали складировать. 14 человек у меня в плюсе, просто леницы, которые... Так что это хорошо. В том плане, что люди есть. Это хорошо. Так, смотрим, как у нас здесь люди. Че, у них все нормально. Отличненько. Вау, видели, видели, видели? У меня стены выросли. То есть это похоже от развития города... Блин, с едой вообще беда какая-то. От развития города похоже, да? То есть зависит. Чем больше размер города, тем шикарней, собственно говоря, здание. Так, с едой вообще беда какая-то, честно говоря. Я смотрю. Ага. Вот я вижу, здесь написано, что... Либрариес, это... Либрариес. Вот. Библиотека им, говорит, требуется. Они такие, типа... О, в этом городе нет библиотеки. Черт. Но, друзья, не проблема. Не проблема. Сейчас мы сделаем вам библиотеку. Домик, говорит, нет у них домика. И домик мы вам сейчас тоже сделаем. Вот где-то здесь. Оп, оп. Так. Даун. Оп, 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 оп. Интересно, вот эти вот как-то можно сносить? Блин, 25. Ты серьезно? Да почему у меня так медленно добывается дерево? Сколько же нужно этих чувачков, чтобы дерево добывалось? Ну, знаете, как сказать... Достойно, вот так скажем. Так, смотрите, здесь производятся инструменты и... что это такое? То есть... Непонятная штуковина, честно говоря, для меня. Но это, похоже, какие-то инструменты. Да, здесь инструменты и здесь что-то, какие-то инструменты. Так, ой, видите... Все очень плохо. У меня с едой на самом деле сейчас очень так не очень хорошо, в общем.
Так, давайте мы вот здесь вот так вот сделаем и... Понятно. В общем, ускоряем, ускоряем игру. Чё, как говорится, ждать, да? И... Как с лесом-то быть, а? Давайте вот здесь вот вырубим, вот здесь вот вырубим. Давайте здесь, здесь. Ну а что? Что остается, если они... У меня есть люди, которые бездельничают, да? То есть, ну а... Пускай тогда готовят хотя бы еду. Поля сейчас. Да, с едой все очень плохо. И, как видите, прям вообще очень плохо с едой. Так. Ну, здесь нету, как сказать, если бы здесь была бы где-то шкала, да, сколько потребляют, да, сколько потребляют, сколько производят, то есть сколько съедят в год и тому подобное, вот... Было бы круто, но здесь у нас опять горит здание. Горит целый замок, ребят. Я не знаю, что происходит. Сломало здание. Черт, черт. Есть. И, кстати, да, они брали именно с... Они брали воду именно из колодца. Так что такое. Так, смотрим, что у нас здесь. То, что нету домов для людей, все это плохо. Ну и с едой, конечно же, с едой все просто печально, ребятки. С едой все просто печально. Но, опять же, с едой можно решать проблему очень кардинальным образом. То есть вы сами прекрасно видите, что я творю. Так что, думаю, неплохо. Так, Chamber of War. То есть это можно делать, смотрите, уже. Я даже, наверное, нет, не могу здесь разместить вышку. Ну ладно. Так. Госпиталь. Госпиталь. Давайте где-то здесь, наверное, госпиталь воткнем. Почему бы нет? Таверна у нас есть. Так, библиотека есть. И госпиталь. Просто огромное здание. Ну вообще. Так, ну вот как-то так. В том плане, что стремиться, конечно, есть еще куда. Надо и еду разгонять. Но у нас не очень все хорошо в плане... так, вот здесь давайте-ка мы уберем. Вот так вот, да? У нас не очень все хорошо в плане еды. Прям вот я бы сказал, все печально. Моментально кончается еда. Вот моментально. И еды нужно прям в разы больше. Но... Как бы не проблема, в принципе. То есть просто нужно делать дороги, делать поля, добывать и еще раз добывать. Вот так вот можно прям вот так вот. И здесь мы, вот здесь вот видите, какие поля огромные, можно прям вот, вот так вот дорогу проводить. И добывать еду. К сожалению, только два вот вида, я так понимаю. А, ну, три вида, да, есть добыча еды. По поводу мельницы тут вообще ноль людей. И здесь ноль людей. Почему? Кто-то умер. Смотрите! Вы видели? Вы... Это сейчас что такое было? А, это как раз-таки... Доктор, ребят, это доктор ходит, лечит людей. Офигеть. Блин, это круто, круто, что в этой игре есть такие вот маленькие сюрпризы, да, то есть, которые радуют, вот серьезно радуют. И надо побольше ставить воды, потому что чем ближе вода, тем быстрее они ее набирают и быстрее тушат. Вот и все, все очень просто. Доктор, вон, видите, ходит, тинг, полечил, отличненько, блин, прикольно. На этом я буду заканчивать, ребят, вы знаете, что делать, если вам выпуск понравился и вы хотите видеть дальше видео по этой замечательной игре. Блин, смотрите, еды, надеюсь, сейчас будет нормально, потому что с едой что-то какие-то вообще беда просто. А, тут, смотрите, рынок мы заполняем, да, едой тоже. В общем, всем всего, ну, удачи и пока.